верить тебе, что больше нет. Нужно строить твое мнение. Позволь мне дать тебе совет. Я сую руку в огонь. Я сую руку в огонь. Обожжешься. Обожжешься. Не суй руку в огонь. Не суй руку в огонь. Обожжешься. Трогай ты каминный печь. Не суй руку в огонь. Не суй руку в огонь. Не обожжёшься. Обожжёшься. Не суй руку в огонь. Не суй руку в огонь. Обожжёшься. Призовем волшебную шляпу. Нет, давайте позовем призовем печенькиста. Давайте. Печенькист, приди! Печенькист, приди! Ну, это слабая молитва. Печенькист, приди! Давайте все вместе! Приди! Давайте еще раз, на 3-4. 3-4! Печенькист, приди! Снегурочка! Нет. Готовы? Волшебная шляпа! Готов? Да. Отлично. Волшебная шляпа на вылет? Да. Не, сейчас пока печеньки на вылет, шляпа потом. Начинается семестр, пятом лето, писец место. Должен лекции писать, опять. Посещать почти все пары, разбирать все семинары. Должен много уставать, опять. Но если ты студент, то весело живешь, да, только заморожно. Экзамен да зачет тебя не увлекает.
могу я стать похуже. Я хочу лежать и спать. Опять. На часах тарань господня. Под вчера я лег сегодня. Не хотел он подпускать. Опять. Но если ты в студе, то весело живешь, да, только заморочно. Экзамен да зачет, тебя не увлечет. Я и это знаю точно. На весь семестр, ведь зачетки много места. Все долги опять сдавать, опять опять. Но зато какая память, и альцгеймер не исправить. Веселиться, угорать, продать. Ну если ты студент, то весело живешь. Экзамен да зачет. Я это знаю точно. Я тут. Ну как, слышно нас? Я-то не знаю, как петь. То я его ем, то я его не ем. Есть микрофон? Или не есть? Есть. Кушать микрофон. Хорошо. Что у нас дальше? Вот это да! Песня зародилась. Вот это взрыв, вот это удар. Вот это взрыв. А кто-нибудь помнит доктора Любовь? И кто-нибудь из вас? Доктор Любовь. Неужели вы не помните его? Он приносил на чердачок любовь. И печеньки. Иногда проводил киносеансы, после которых не ушел, не ушел же. Однажды мы пришли с круглыми глазами после его киносеанса, где он решил показать нам фильмы ужасов, не предупредил. Ну такая история. Ну такое. Опа. А то вы думали, зачем он гитару принес, да? Так, ты пел, я слышал, на, ты пел не суй. Готовы? Понеслись. Что там? Что? Что случилось? Что? Что такое? Что? Лошадинка вот эта. Сейчас. Ух ты, ты прям как маяк Акопян. У него эти фокусы, где там из него там кучу всего вытаскивают. Да. Отлично. Это его идея, в общем. Такой замечательный мужчина.
пропустят счастливый класс конской жизни. И да, и по пути появилась миссис Проги. Это была роковая женщина, сгубившая кучу мужчины. Да. Не ставьте себе, не ставьте себе. Нормально, баланс. Тихо. Бояться. Алло. Алло. Привет. Не алло. Ну, привет. 346. Что, как сам? Как дела? Нормально тут? Шляпа положена? Да. Шляпа положена. Шляпа не положена. Нам тут из зала записка пришла. Спросили, почему мы не играем металл. Дорогие мои, дорогие мои, дорогие мои, дорогие. Вот это будет весь металл, который будет на сегодняшнем концерте. Что? Значит, короче, мы тут, значит, кладем шляпу для записок, кстати, чтобы в этот раз приходила записка не телепатически мне, а вот нормальным путем. Если кому-то что-то хочется записать, да? А чем писать-то? Там есть ручки. Там ручка, бумажка, вопросы какие-то. Они там, подготовились. Можете сюда монетки положить, не знаю. Шляпа? Можете писать голосование за то, кто в нашей группе самый асексуальный маньяк. Вот сюда положу. Можете голосовать, да. Можете писать предложения, пожелания, заказы на песни там. Все равно у нас список конкретный, ну, мало ли, вдруг совпадет. Приятно вам будет. Да? Мы вам тогда посвятим песню. Да. Когда будем ее играть. Все так. Про выборы? Про выборы? Выборы, выборы. Выборы можно писать только на листочке. Готовы? У меня самая сложная партия. Мы ее выбираем. Да, там две ноты. Мы голосуем за твою самую сложную партию. Вот. Спасибо. Руби! Но как-то ночью мне приснилось, что пусто подвигать.
ничего себе дорог, что не знающий жалости символ долга уже стал на рельсы новой победы. И правда ждать пришлось недолго, донес до уха крока ветер звук удара, слышится круга оборон героя черного засранца. Делал все сурово, но без труба. Давай номер 13 не оставит без шансов понять, осознать и исправиться. Бесполезно, оброню его. Быстро сломаются танки, говорит его номер о том, что железно не боится проклятий. Боевая жестянка. Если ты за рулем, многократно подумай, хочешь ли стать и опять пешеходом. Быть пехот, депутат, не спасет тебя дума, а железной обрешь и против воли народа. Звук удара слышится округа, оборон героя очередного засранца. Делал все сурово, но без труба. Трамвай номер 13 не оставит без шанса понять, осознать и исправиться. И всегда хорошо все. Да, и сразу лучше становится. Где шляпа-то? Да? Например, ну что? Сейчас. Будем грустить. Вы готовы погрустить? Кто просил про выборы? Я. Кто это делал? Кто это сделал? В прошлой песне было немножко про выборы, и в этой песне будет немножко про выборы. Вот, видите, два раза. Кто не понял, тот поймет. Рога, куда ты шляпу-то положил в записке? Вон. А там что-то есть уже, что ли? Давай в следующий раз. Не, понятно, в смысле, чтобы... Вот она, шляпа. Не потерять ее. А это не та шляпа, которая у тебя на голове с записками? Нет, шляпа с записками вот. Вот она, вот она, вот, вот там. Специальный запасной принцип. Так что можете писать. А это шляпа с волосами. Пожалуй, ее мы пускать по кругу не будем сегодня. Да, пожалуй. А волшебная шляпа.
Зачем людей по кругу пускать? Я бы только на проигрыш. Как хочешь. Ну и ладно, готовы? Я, наверное, да.
Так, тут, видимо, заказы песен. «Ты не для меня». В чем смысл? Так, это не наша песня. В чем смысл? Это вопрос. Да? В чем смысл? На него надо отвечать. В чем смысл? Маньяк. И с обратной стороны прочитай вопрос, в чем смысл. В чем смысл? И с обратной стороны бумаги. Откуда берутся дети? Вот как бы эти вот два вопроса, по-моему, друг на друга отвечают более-менее. Вот как бы смысл в том, откуда берутся дети. Я думаю, дело так. Маньяк. Без этого нет смысла, понимаешь? Это к предыдущему, наверное, относится. Маньяк, это что? Вы все охуенны. Большая радость видеть вас. Спасибо. И солнышко нарисовано. Ты сам написал? Да не пали меня, я просил. Мы же договаривались. Откуда берутся дети? У всех есть, откуда берутся? Нет, так, все. Все, все, все. Так, спасибо за вопросы. Опять ты в своем репертуаре, да? В чьем? В своем. В чьем? Внутреннем. Так, короче, сейчас... А я же забыл. Я же это... Да и ладно. Стриптиз ты хотел, да. Я же, ну, ладно, потом. Какую жену? Ты же потом? Ну, потом. Все потом. Потом с котом, давай. О, готовы сейчас? Смотрите, какие звуки, как будто костер так. Надеюсь, вы готовы? Хорошо, запишется. Да, да, да. Сейчас, когда стартуем. Релакс. Сплошных болот. Все не так, знаю я рецепт, как спасти тебя от тюрьмы твоей. Как придешь домой, ты возьми пакет и пупырышки, чпокай поскорей, чпокай, чпокай. Каждая из твоих морок, стрессов, неудач, страхов и проблем, лишь пупырышка, глупый пузырек. И копить тебе просто незачем. Ты спокойно прочпокай их друг за другом все. С кайфом не спеша и заметишь ты, кипишь сердце стих, вместо этого там поет душа. Плакать покай. Расслабились? А теперь напрягитесь. Задайте индикатор.
Это индикатор состояния. Напряжение. Индикатор состояния. Индикатор напряжения, да. Индикатор напряжения в системе скольжения. Ого. Новая песня, что ли? Да. Моя. Браво. Так не жалко же, отечественный ведь. Так. Из-за чего? А, я же отремонтирую. Провал. Пупырышки сколько можно лопать еще? Сколько угодно. Сколько нужно. Если не хватит, есть еще. Спасибо. Поп, Китс, поп. Готовы? Да. Белое море, то ли я в склоне, не дает то ли покоя, то ли покоя. А пока снова покою, там возле моря, грудой тихо одинокою, дождя ж покоя. В прошлом году ты был моя моя. Славы не знал, помнит еще величие было моя. А жаве все люди только болтают. Какова настоящая, не представляю. Ты пока еще сива, и далее бы угля запаса. Ты бы всех превратила в печеное мясо. Жаль меня, в прошлом году ты был моя моя. Жаль меня, он еще величие было моя. Слышать снова про нагал, не суровый опять раз за разом. Понимать, что ему не восстать, суждено ему лежать, год за годом умирать. Жалеть, страдать. А потом мы тут так бы играли без нее. И я. Кто завелся? Мы заводные. Чучу.
Давайте музыканты больше заберем. Сейчас подождите. Оп. Ой! Старость не нравится. От роста заведешь. О! Сейчас. А зачем? Почему у вас два музыканта переодеваются, один нет? Да я переодетый. А он и так красивый. А он план выполнил заранее. Он вот это переодевается минут 10 или 8 больше. Ну, полчаса переодевается. Нет, слушайте, халат на кожанку это сложно. Он ударник переодевания получается. Так, новых записок не поступало. В смысле не поступало? Читай старые, там хорошие вопросы будут. Итак, я напоминаю, что туда можно складывать записочки. Вон там шляпа. Там куча бумаги, ручки. Ой, старые я слышал. Готовы? Да. Готовы? Да. Снизу лови. Не должны мне попасть в долю. Нет?
Мы все в одной доле. Мы все в одной доле. Это не та песня. Извините, всех, кого побил, могу дать молоточек, можете отомстить мне. Давай, давай. Вам пупырку давали? Что? Вам пупырку давали? Мне нет. Я предлагаю перерыв минут 5-10 и продолжим. Подеремся, что ли? Нужен перерыв? Тебе нужен. Вам? Вам? Или не нужен? Нужен перерыв на побитие и успокоение розы. Ладно, кто хочет меня побить, давайте, подходите ко мне. Вот за это можно. Давай, иди сюда. Иди сюда, ты! Подойди сам! Иди сюда, давай! Иди сам сюда, подойди так, сюда! Твою мать! Да, да! Куда ты такой? Я! Почему? Я библиотекарь! Почему ты себя так ведешь? Держи, держи сюда, должна быть библиотекарь! Держи! Держи сюда! Качай! Может, вначале почитаем записочки, пожалуйста. Сейчас. А где шляпа? А где шляпа? Шляпу не видел? Справа. Где? А, шляпа. Новых нет. А старые? В смысле, ты старый прочитать? Зачем? Ну, в смысле, вслух он читать, отвечать на них? Те, которые сами первый раз выделили. Нам не было слышно. Дорогие дети, вы хозяева лагеря. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в внешних лагерях. И вот теперь я... Индюк. Влюбилась в Ваню, но он ее отверг. И она назло ему влюбилась в Саню прошлый четверг. И Ваня плачет, он теперь на многое готов. Ведь понял он, что значит слово «любовь». Солдат любви. Ваня верен, ощущает стихи, в любви признается с гитарой в окно. Но вера на все отвечает и делает вид, будто ей все равно. И Ваня плачет, он теперь на многое готов. Ведь понял он, что значит слово «любовь».
замороженного с горя хотел он умереть. Отделался ангиной, а Вера все узнала. И Вера плачет без былых обидок и понтов. Ведь поняла, что значит слово «любовь». Любовь — это боль! Любовь — это рак! Злой, жестокий, беспощадный рак! Так, наверное, все-таки я соберу. А то там не надо ничего. Сразу. Разнес. Раз, два. Разнес, два нес, три нес. Кажется, я что-то сломал. А, не на ударке, у себя. Все отлично. Все хорошо. У себя сломал? Да, да, да. А сейчас? Я уже дальше расстраиваюсь, понимаешь? О, спасибо. А другая? А ты что, какие вы красивые. Да. Ты пропустил все самое интересное. Нет. Нет, не самое интересное. Подальше. Сейчас начнется шаманство тут. Нет, закончится. Так. Это нужно заранее найти. Сейчас немножко будет долго. Пишите записочки еще дальше. Можете задавать вопросы вслух, пока Роза переодевается, там вот это все откуда делает. Откуда берутся дети? Откуда берутся дети? Откуда, ну, видимо, из пупырок. Откуда что стол? Откуда этот белый стол в чердаке появился? Это мы джингисты принесли. Класс. Я опытом. Куда делся рок-н-ролл? Рок-н-ролл жив. Да, но куда он делся? Да, он никуда не делся, он всегда есть. Ура! Просто смотришь так вокруг, и тут вот чуть-чуть, и там чуть-чуть, а там побольше. У меня вопрос, почему вы до сих пор живы? Почему мы живы, или почему рок-н-ролл жив? Почему вы живы до сих пор? Потому что вы рок-н-ролл. Жить интересно, поэтому живы. Прекрасно. Потому что у вас любимая песня. Потому что мы не пьем, не курим, ведем здоровый образ жизни, и потому что мы маньяки. И играем в видеоигры. Именно так. Да. Играем в видеоигры японские. Какая у вас любимая песня? Что? Группа и группа. Какая у вас любимая песня группы и группа? Ребята, ну какая лица? Песня. Песня. Психотерапевтическая. Песня-песня. Песня-песня. У нас есть, но мы ее до сих пор не сделали. А когда вы станете супергруппой? А мы уже супергруппа. Достаточно переименоваться. Будет супергруппа. Слушай, ну супергруппа, это же там что-то надо судошку сделать, да, для супергруппы? Надо кого-то пригласить еще. Ну что-то такое было. Когда вы с пирокинезом сыграете? Что играть? Когда сыграете с пирокинезом? А мы не играли с пирокинезом? Нет. Они не были на фестивалях, на которых... На революшене они были. На революшене они были. А, вот ответ. Мы играли уже с ними. Мы уже с ними сыграли. На одной сцене с ними, да. А что у тебя с носом? Отрос немножко. Надо волосы подстричь. Я кушал много кальция. Брал много. И много брал. Одновременно. Брал кальция. Ел и брал. А брал. Неси настроение. А у вас? Превосходно. Отлично. Вот это индикатор нашего настроения. Отлично. Главное, не передуй. Я работаю над этим. Готовы? Да. Печаль.
ударишь сяю нота по чужому бережку. Это не твоя забота посчитать там денежку. Монеты и там бросают, возвратиться да чай хотят. Ты на них не отвлекайся, опаси своих ягнят. Манят в воду, манят в воду, манят в воду, манят в воду. Место возвратиться, бросить воду гость мне. Нам пришедший из преданий древний говорит завет. Духи будут тем довольны, пусть от следующий раз. И свое к себе притянет неожиданно подчас. Манит в воду, 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 манит в воду. Не всего на свете время и внимание. Не бросай туда их много, где живет страдание. Вместо тех везде в достатке всякий повод полевка. Монеты осторожней, что посеешь, то пожнешь. Фонтан в Академии вы любите больше всего? Фонтан в конце Димакова. Хорошо. А где конец у Димакова? Ладно, на конечной Димакова. Там есть фонтан? Был. Был? Да, кажется. Когда? Давно. Ладно. Я знаю, где-то на шлюзе есть фонтан, но не знаю где. На фотке видел. Шлюз вообще фонтан? Да, у нас там весело. Для кого-то фонтан. Для кого-то? Да. Меня в этом фонтане облили. Чем? Вода из лужи, разумеется. А-а-а. С ног до головы. В фонтане вода из лужи? Да. Ну, если шлюз это фонтан, то на шлюзе вода из лужи. Кстати, хорошая песня получается. На шлюзе вода из лужи. А вопрос, как вы относитесь к Академгородку? Отлично. Напрямую! Как бы... Непосредственно относимся. О, что, двое здесь родились и выросли?
А трое? А трое нет. Ну, шлюз. Давайте-ка следующий вопрос. Нижняя зона — это Академгородок? Да. Да, конечно. Кто считал не так, тот попытался спереть табличку с въезда в, ну, на строителей, но потом там другую поставили. Я знаю, где лежат остатки таблички. Раз, раз. Я придумал новую песню. Отлично. Про что? Не знаю. Про коровку? Про фонтан из лужи, конечно же. Ты готовы? Это трип записан, нормально, да. Трип записан. А, не, значит, работает. Да. Туда труса, я подозревал давно, что выиграть мне не везет. Вот девушка моя ушла, и некого больше любить. Но знаю я, что поможет мне дальше счастливо жить. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, и больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Come on, everybody! На квартире себе не куплю мясо, а пойду в свой сад. Дадут мне много рублей, и начнется не жизнь, а вино. А такое мечтал давно, и куплю я себе казино. Я ставлю всех без штанов, а возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, мне больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Кому на припаде? Не одну, а сто или двести. Там вот опять полюблю и все подарю невесте. А лучше друзей банкира на свадьбу свою приглашу, как главных своих кумиров. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Дискотека, ипотеку, дискотека, вот и все. Ипотека нам поможет, дискотека нас спасет. Дискотека нам поможет, дискотека нас спасет. Come on, everybody! Вот такая песня. Старая. А кому в жизни помогла ипотека? Дискотека. А дискотека кому помогла? Многим. Дискотека помогла больше, чем ипотека, судя по. Дискотека помогла человечку выжить. Выжить при наличии ипотеки или просто так чисто? Так чисто просто выжить. Роза дальше играет сам. Да. Мы договорились, что мне дадут поиграть одну песню туда, ну, типа Августин. Сейчас типа сыграем, потом, а потом еще ударим. В том числе песни, которые просили. Я да. Привел вопрос. Thank you.
Вообще такая штука. Он еврей. Сейчас. И что? Сейчас. Отличная песня, прекрасная. Потеплело чуть-чуть, запахло весной. Я как ошалелый бегу за тобой. Я ждал, как маньяк, это время надежды. Демисезонный период женской одежды. Женской одежды. Сыплюся сверху, то ли дождь, то ли снег. Я вслед за тобою срываюсь на бег. Неземся скачками по лужам небрежно. Демисезонный период женской одежды. Женской одежды. И вот мы стоим, ты рядом молчишь. Скажи мне, подруга, чего ты дрожишь? Падает плащ с плеч твоих нежных. Демисезонный период женской одежды. Женской одежды. Купите себе ударку за 400 рублей и ни в чем себе не отказывайте. Ну что, следующая песня у нас какая? А такая. Которую просили. По заявкам пошло. Моим личным заявкам. Да, не только по... А там еще...
Ладно, люди, ну что ж. Что ж. Рябинка. Что ж. У них тоже халаты. Итак, ну, вы же знали, что рано или поздно все закончится. Всех заберут. Расскажите все подробнее. Алкоголики – это наш профиль. Ничего не стесняйтесь. И разгильдяй, тунеядц. Мы не используем здесь этот термин. Если вам когда-нибудь в жизни было плохо или грустно, доктор Любовь поможет вам. Или просто доктор. Или просто Любовь. Художник беднее, ты страшнее крокодила. Неуклюжие тюлени за глазами наступила. Уже теряешь веру, что понравишься ты людям, что исчезнут все барьеры и тебя не полюбят. Слушай и запоминай. Любовь зла полюбят и тебя, не беспокойся. Любовь зла полюбят и тебя, не беспокойся. И не грусти. Любовь зла полюбят и тебя, ты успокойся. Любовь зла полюбят и тебя, ты приготовься. И не упусти. Твоей смеются и показывают пальцем, издеваются, плюются, дураки не отвертаются. Хочешь тоже встретить счастье, что любовь не стеснягать, чтобы в горе не насте согреваться, обнимаясь. Слушай и запоминай. Любовь зла полюбят и тебя, не беспокойся. Любовь зла полюбят и тебя, не беспокойся. И не грусти. Любовь зла полюбят и тебя, ты успокойся. Любовь зла полюбят и тебя, ты приготовься. И не упусти. Бис, припев на бис.
Давай. Таня, ты пока спой, пока я там. А, нет, ты не можешь. А кто же ты идешь? Степан! Вот возьмем крючок. Да ты не гай, ты пой! Я не умею петь. Я тоже, и что? Когда это меня смущало, и тебя тоже. Так. Вот. Вроде живой. Все. Это на метуле играю. Опа. Соляк. Я готова. Ну что? Ну что? Пойдем. Ну что, Жаку? Что-то у меня бабушка пропала вся. Ты всех бабушек забрала, да, себе? Я? Так у меня ж хор был. Какой хор? Бабушек. Таня! Что? Начинаем! Что начинаем? Я с ножом. Это что это такое? Тут бабушек надо собралось. Потому что ты ее не построил. Ладно. Кто ждал эту песню? Я. Да. Один человек ждал эту песню. Я тоже ждала. Два человека ждало эту песню. Кто? Да. С 65-го года ждал эту песню. Она за кулинки ночной примчалась на байке на Красный проспект. Принцессой прекрасной, совсем молодой, ей было всего лишь 75 лет. А я был с гитарой и пел, надеялся денег немного добыть. Как вдруг ее байк присвистел, и вот она просит ей дать запоре. Красотуля, кричит по-красному, а пьет по-черному. Бабуля, красотуля, и брутальная, и прямоугольная. Бабуля, красотуля, три кольца в руке, и пьет на пупке. Бабуля, красотуля, и опять в седле на стальном коне. Нет. Yeah. Я ищу острые ощущения. Я хочу попеть на жор. Да ладно. Я ищу себе приключения. Ого. Бабуля, скажи мне, зачем? А вот. Тебе нарываться на драки ночные. И так в мире много проблем. Пойдем лучше выпьем, ведь рядом пиваные. Только за плащу. Бабуля, красотуля, чип по-красному, а пьет по-черному. Бабуля, красотуля, ты брутальная, ты прикольная. Бабуля, красотуля, лето лица в губе, кипелок на буке. Бабуля, красотуля, ты опять на стальном коне.
Все-таки я к вам, а она молодцом. Снова подраться не прочь. Каким-то глупым и наглым духом. Бабуля, как баба, я жертвюсь. Я с ней становлюсь здоровее и проще. Бабуля, а внучка есть? Есть. Пожалуйста, милая, стань прачещей. Прачещей. Бабуля, красотуля. Чуть по-красному, а пьет по-черному. Бабуля, красотуля. Ты буркальная и прикольная. Бабуля, красотуля. Река льца в клубе и пьет на пупе. Бабуля, красотуля. Ты опять седле на стальном коне. Один вопрос. Да. Как Кипелов на пупок помещается? Саша, ты ювелир! Может, да. Детская... Саша, ты ювелир! Позже детская Саша. Фотография была. Ладно. Звездочка же следит. Ну что могу сказать? Что я могу сказать, товарищи? Вы попали. Что я могу сказать, товарищи? Кто там спрашивал, любим ли мы, а где? Всегда готовы. Много ли вы ходите по академу, гуляете? Достаточно. Да? Гуляете ли вы по академовским лесам? Да. А встречали ли вы там дяденек? Да! Встречали дяденек? В плащах таких. Да. Как у нее? Они сами дяденьки. Да, они сами дяденьки, ой, иногда, да. Я думаю, что дяденьки и дяденек тоже могут встречать. Они даже показывают, что они дяденьки. Вы что, угрожаете? Ну, бывают такие дяденьки в плащах, которые очень радуются, если они кого-нибудь встречают. Встречали ли вы таких дяденек? Скажи, где бывают? Встретим. Да, вот там дяденька, вот этот. Да. Молодец. Поддержим, ребят. Спасибо. То есть этих дяденек надо аплодисментами встречать. Именно. Они будут очень рады. Дяденька, возьми шарик. Я живу уже давно, на улице темно, холодным зимним вечером, как будто делать нечего, но я уже привык, ведь должен ждать мужик. Стою и жду тебя, довольно долго я сексуальный маньяк. Наконец закончился пельмец. И вот и зимним вечером смотрела, сделать нечего. Но только не одна, темно ведь и зима. Твой парень ничего, пожалуй, и его. Я бисексуальный маньяк. Как раз не догадался, два раза больше, как два раза лучше.
семья. Холодным зимним вечером мне с вами делать есть чего. Но жалко стало вас, ведь я же не такой. И вас я развяжу, а после вам скажу, я асексуальный маньяк. Будем считать, что вы нас очень просили, короче, ладно. Ой, старость не радость. И не говори. Видеть рад. Нет, это платье сидит на тебе прекрасно. Любое платье сидит на тебе прекрасно. А если ты без платья, то совсем прекрасно. Это даже самый мой любимый наряд. Ты мне нравишься такой, ты мне нравишься такой. И так
такой, вот такой. И, конечно, вот такой. Ты мне нравишься такой. Ты мне нравишься такой. И такой, и вот такой. Ты мне нравишься любовь. Сидят на тебе прекрасно. А если ты без джинсов, то совсем прекрасно. Это даже самый мой любимый наряд. Нет, эта попа подходит тебе прекрасно. Прошлая попа тебе подходила прекрасно. И будущая попа тебе подойдет прекрасно. Знаешь, я любой твоей попе рад. Ты мне нравишься такой. Нравишься такой, и такой, и вот такой, и, конечно, вот такой. Ты мне нравишься такой, ты мне нравишься такой, и такой, и вот такой. И все остальные, собственно, у нас. Павел и Роза, спасибо! Ну все. Все, теперь бис. Собирать все обратно. Что настоящий на бис? Давайте бис. Так мы все, что выучили, все спели. Можно что повторить? Про покемонов, про покемонов это особый случай. Мы это так про не покемонов видео включали. Про нейросеть мы тоже не выучили. Сколько я один выучил. Что еще-то? Только те, которые мы сыграли, мы можем повторить. Я посмотрю. А что я настраиваюсь-то? Ну так мы что? Мы же хотели про любовь на бис. Что про любовь на бис? Какую любовь? Ну, которая лечит. Ко мне? Любовь зла. Да. Ко мне. Я козел. Вы же обещали. Давай, козла. Потому что это без образа не канает. Конечно. Безобразно.
Где козел? Я вот тебе песню. Давай, мне посвящай. Ты не знаешь, да? Ну что ж, вы готовы, я нет. Что? Бегу. Не мешай нашим клавишницам. Не мешай, не мешай. Ты тупой, беднее, ты страшнее крокодила, неуклюжие тюлени, за глазами нос дебила. Уже теряешь веру, что понравишься ты людям, что исчезнут все барьеры, и тебя не полюбят. И запоминай, Божья полюбит и тебя, не беспокойся. Ай, Божья полюбит и тебя, не беспокойся. Не грусти, Божья полюбит и тебя, ты успокойся. Ай, Божья полюбит и тебя, ты приготовься и не упусти. Твои смеются и показывают пальцем, издеваются, плюются, дураки не отрадаются. Хочешь, чтобы светит счастье, чтоб любовь не стеснялась, чтобы горе и ненастье согреваться обнимая. Слушай, слушай и запоминай. Полюбят и тебя, не беспокойся. Ай, любовь зла, полюбят и тебя, не беспокойся. И не грусти, любовь зла, полюбят и тебя, не беспокойся. Ай, любовь зла, полюбят и тебя, ты приготовься. И не упусти. Кефир и рок-н-ролл. Задержи. Давай дальше. Давай. Давай.
паровозик. Аккуратнее, блядь. С детства здесь для этого.